Уже планируется срочная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Сейчас продолжается оперативная работа над организацией переговоров политиков. Такой информацией поделился советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Стоит отметить, что данная встреча готовится по принципу взаимности. Как известно, еще весной, во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву, его принял российский президент Владимир Путин. По предварительным данным, главной темой встречи станет контроль над вооружением. «Я думаю, что есть возможность того, что это произойдет. Мы работаем над этим». Когда госсекретарь США Помпео был в России, Путин встречался с ним. Так что, исходя из принципа взаимности, мы рассматриваем такой вариант. Но мы также рассматриваем и другие варианты. Посмотрим, сможем ли мы так сделать, — рассказал О'Брайен. Стоит также обратить внимание на то, что государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретятся сразу после нормандского саммита, уже 10 декабря в Вашингтоне. Известно, что они планируют обсудить ситуацию в Украине. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.